Пацаны и девчата, всем привет, с вами Влад Кабуса. Сегодня я вместе с вами постараюсь получить карточку с рейтингом 101 Серхио Рамоса. Вот есть вот такое вот у нас предложение за 150 гривен. Я знаю то, что многие из вас не донатят в эту версию FIFA Mobile. Я хочу разыграть двоим, либо троим ребятам вот эти вот наборы. Каждые 2000 лайков, которые вы набираете, с меня равно один набор за 150 гривен. Чем больше лайков вы набираете, тем больше наборов я для вас разыграю. С вас всего лишь лайк. Подписка на мой канал, поставить большой палец вверх, написать в комментариях «Влад, я участвую», также добавить мой ролик в ваш плейлист и быть подписчиком моего телеграм-канала. Все эти простые условия я буду проверять. Ну а сейчас я нахожусь на аккаунте своего подписчика, 150 гривен я потрачу. Рейтинг 98 мы обязательно заберем. Вот Серхио Рамоса карточку, ну вряд ли, конечно, я не особо верю в такое участие, но хотелось бы, конечно. Очки VIP и обычные, ну вот так вот. Покупка завершена. Хорошо. 1250 самоцветов мы будем тратить. Короче, дополнительная информация. 1.90% на то, что выпадет нам карточка Серхио Рамоса. Более, но тут статы, конечно, нереально крутые у его карточки. Я не особо верю в то, что я его сегодня сумею получить, но хотелось бы. Открываем все, сейчас посмотрим, что будет. Так, давайте звук включу, чтобы я слышал. А, он отрубил звук и ничего не слышно. Ах, короче, вот такие вот у него характеристики. Я понимаю, конечно, то, что многие из вас мечтают об этой карточке, поэтому я делаю для вас такие вот розыгрыши, чтобы вы получали удовольствие от того, что я делаю для вас. И пытались тоже получать таких же жестяшек игроков, которые здесь находятся. Начиная с 16 числа к нам вернулась Бундеслига, и совсем скоро вернутся и остальные лиги. Но вот прямо сейчас у вас есть офигеннейший шанс приподняться неплохо так, с помощью моих друзей, которые самые надежные в своей сфере. Да, да, именно те, OneX. Моментальный вывод, высоченные кэфы, все что вам нужно. И также 17 числа у нас такой матч как Union Berlin с Баварией. Так что ребята, с помощью моего промокода на их сайте вы сумеете получить до 100 бачей. Это офигеннейший бонус, который даст новым пользователям чувствовать себя комфортненько. Ну и ребята, не забывайте, все ссылочки находятся в закрепленном комментарии. Самые дешевые монеты можно купить у меня или на сайте ММО, по ссылке в описании. А мой промокод подарит вам 10% скидки и бонуса к вашим монетам. 2500 самоцветов. Здесь у нас шансов будет немного больше. 3.90%. Серхио Рамос. Возможно, ты мне сегодня выпадешь. Возможно, нет. Но больше склоняюсь к тому, что он не выпадет. Очко ТОЦ. 400 штук. На балансе 1390 очков. И двигаемся дальше. По нарастающей. Рейтинг 98. Совсем скоро мы его заберем. Здесь у нас шанс какой? 5.90%. Блин, ну невозможно походу получить эту карточку. Просто невозможно. Я не знаю, что надо сделать, чтобы он нам выпал. Вот просто не знаю. 1250... Ой, 1 250 000. Короче, ну пока что все уныло, вот честно. Блин, хватит всего лишь на два набора. Рейтинг 98 мы обязательно получим. Вот дальше что будет? Ну, вообще не представляю. Даже не знаю, что получится. Набор ТОЦ. Я закрою глаза, пожалуйста, просто удачи, просто подвернись мне, выпадите два слота, ну рейтинг 98 все лишь выпадает, Де Йонг. Блин, офигенная карточка, да, охереннейшая карточка, я не спорю, но понимаю то, что вряд ли уже сумею забрать эту карточку, самую лучшую, ради которой я вообще собрал всех вас. Вряд ли, кажется. Блин, ну не верится, ну не верится, ну что... 10%, ну бляха, ну я не знаю, ну как получить эту карточку, ну... Просто Серхио Рамос, ну сверши чудо, вот реально, сверши чудо. Пожалуйста, яшники, ну блин, ну дайте мне возможность забрать эту карточку, просто дайте возможность забрать эту карточку, я вас прошу. Я вас нереально прошу. Да ёлопало, ну бляха. Не знаю, что вам сказать, не фартануло, короче. Просто не фартануло. Для того, чтобы мы получили эту карточку, нужно еще дохренище самоцветов. И мне их нету просто. Просто их нет. Ну что, ребята, еще один шанс получить карточку Серхио Рамоса.
Процентов очень мало, то что я сумею получить его карточку, но все же я хочу. Нажимаем купить сразу. Столько бабла тратится для того, чтобы вам показать одну единственную карточку, от которой особо, ну, для меня смысла нету, потому что я открываю не у себя на аккаунте, а на аккаунте у подписчиков своих. Ну вот так вот, что не сделаешь для того, чтобы было хоть какое-то зрелище. Я надеюсь, то, что он сегодня выпадет. Самоцветов не особо много, 29 тысяч. Мы сумеем вместе с вами гарантированно получить игрока с рейтингом 98, а вот дальше я не знаю, как пойдет. Если сатенчик выпадет, то будет круто. Ну, 101, Серхио Рамос. Если он не выпадет, то будет все печально. Блин, я не знаю, что-то так подлагивает FIFA Mobile. Возможно, у меня интернет подлагивает. Наконец-то загрузилось. Полчаса загружалось это все дело. Короче, тут ничего не выпало нам. Очки VIP зато мы получили, покупка завершена. Так. Это предложение мы использовали. Сейчас будем вместе с вами тратить самоцветы. Первый набор я сумел открыть. Мы идем вместе с вами дальше. 1250 самоцветов. Здесь будет усиление навыков. И ровно 100% то, что нам здесь не выпадет карточка Серхио Рамоса. Ну, грузиться собираешься или не? Рассказывай нам, пожалуйста, что это такое? Блин, ну как так? Хочу вам порекомендовать самую крутейшую группу по FIFA Mobile тематике. Она находится ВКонтакте. FIFA Player. Здесь вы можете найти все самые новые свежие новости в сфере FIFA Mobile. Так что как можно скорее переходите по ссылочкам в описании и подписывайтесь на эту группу. Что за фигня, когда непонятная такая происходит? Вот. Грузится. Так, открываем по чуть-чуть. Каждый слот аккуратненько открываем. И... Нет. Здесь нету Серхио Рамоса. Вот знаете, замануха на самом-то деле специально вот... Портят мне нервишки эти e-sports для того, чтобы я постарался его получить. И закинул сюда море бабла. Вот каждый выпуск, который я снимаю, в последнее время мне выходит по 1000-1500 рублей, может быть даже больше. Я тупо с такими темпами чисто в минус буду входить с этими видосиками. Вот записать тут мне выходит, грубо говоря, 1000 рублей. Даже это, 1050. Кенту, который дал мне аккаунт, грубо говоря, попросил 550 рублей, я не знаю. Мог бы на халяву дать. Тут что, походу, это Серхио Рамос выпадет или что, блин? Да ну нахер. Не может такого быть, или может такого быть? Блин, я не увидел, что там. Есть Серхио Рамос или нету Серхио Рамоса? Ну, есть ли куда еще другой слот тут или нету? Я завтыкал посмотреть, прикиньте, пацаны. Я просто завтыкал посмотреть. Бляха. Походу, карточка Серхио Рамоса мне сейчас выпадет. Вот, походу, карточка Серхио Рамоса здесь будет. Я не знаю, но это пипец, это просто лакер года. До этого открывал еще карточка это Мухаммада Салаха с первого выпал. Блин, я не знаю, что говорить. Как такое может быть? Вот просто открываем сейчас. Есть! Блёха, я не знаю, что говорить, пацаны. Прям сердце кольнуло из-за такой херни, что сейчас происходит. Я не ожидал, я просто на свою тему обычно общался, типа, как оно все в жизни происходит. Тут нате, карточка Серхио Рамоса 101-го рейтинга. Блин, ну я не ожидал. Вот такой вот жесткой удачи. Просто никак не мог ожидать. Фух, мы это сделали вместе с вами. Я не знаю, что говорить. Просто карточка Серхио Рамоса с рейтингом 101. Центральный защитник. Самый охеренный, который есть в этой игре. Сейчас вам покажу, чтобы вы видели. А ну-ка сейчас соединим. На, вот оно, вот это. Карточка Серхио Рамоса с рейтингом 101. Мы это сделали. А ну-ка вам покажу, чтобы вам видно было. Да, вот так вот. Надеюсь, вам все хорошо видно, я не знаю. Ну, блин, ну это жестко. Ну-ка, давайте проверим, запись у меня тут идет, кстати. Да, идет запись. Блин, ну... Я реально не мог ожидать, что там выпадет карточка Серхио Рамоса. Мне, походу, когда открывал Мухаммада Салаха набор, тоже там выпал именно Салах в том наборе. Блин, ну это реально мощно. 1 250 000. Ну, короче, уже, как я понимаю, вряд ли мне выпадет еще одна карточка Серхио Рамоса, но если вдруг яшники такое сделают, то это реально, это будет самый жесткий контент во всем мире, который существует. Просто такое никто еще не сделал. Да и Серхио Рамоса, не знаю, кто-то забрал или не забрал, но мы это вместе с вами сделали. Мы преодолели этот путь. Вот за вот такой вот контент, пожалуйста, влепите лайк, но реально... Я стараюсь максимальное зрелище показать. Я не стараюсь вам показывать то, что я типа донатор сверхъестественный. Пацаны, я зарабатываю на видосиках бабки, да. Но я с этих видосиков стараюсь вкладывать сюда вот деньги, делаю для вас конкурсы. Я делаю все по максималочке для того, чтобы вы и созрели офигенный контент. Там, где забирают самых лучших игроков, которые существуют в этой версии FIFA Mobile.
Так что, пожалуйста, поддерживайте меня, и всегда у вас все будет чики-пики. Все, получаем еще одного игрока с рейтингом 98. У нас останется 8350 самоцветов. Ну, здесь я не рассчитываю уже на 101 рейтинг. Да. Де Йонг. Мы его еще раз получаем. Два Де Йонга. Карточка Серхио Рамоса. Рейтинг 101. Когда получал вот карточку Серхио Рамоса, я немного перенервничал. Я, ну, никак не мог себе представить то, что реально мне выпадет карточка Серхио Рамоса. Вот все. Вот, ну, не мог бы в это поверить. Тут нате. Конечно, жесть какая-то творится. Я вот не знаю. Давайте сейчас мы перейдем в какой-то из разделов, и может быть сейчас еще одного игрока заберем, для того, чтобы видосик был более ярким. Чем больше испытаний ты пройдешь, тем больше шансов на то, что ты получишь мастера. Да и при том жесткого мастера. Так, 86. Всегда рейтинг 86 выпадает, когда только начинаешь открывать. А дальше уже как повезет. Может быть такое, что и сразу топовый игрок выпадет, а может быть такое, что вообще не выпадет ничего. Открываем. Ой, блин, опять эти подвисания. 89. Это, кстати, видосик я дозаписываю на следующий день. Там это, в первый день, как только Ла Лига вышла, я открыл у другого подписчика, там ничего не выпало. 87. Конечно, рассчитано на то, что мастер выпадет, но нету никакого смысла, потому что мастер очень редко выпадает, я вам так скажу. У вас реально есть шанс сейчас поучаствовать в конкурсе, который я сделал для вас. Вам все лишь нужно подписаться на мой канал, лайкнуть видосик, написать в комментариях «Влад, я участвую», также добавить мой ролик в ваш плейлист и подписаться на мой телеграм-канал. Все, больше от вас ничего не требуется. 5 простущих условий, которые вам принесут удачу, вы сумеете тоже получить вместе со мной карточку Серхио Рамоса с рейтингом 101. Так что давайте, ребята, участвуйте, потому что это реально, ну, просто халява для всех вас. Да и лично мне будет приятно кому-то из вас задонатить и вас открыть. 250 тысяч монет. Ну что, последний набор открываем. Здесь монетки, усиление навыка могут выпасть. На игроков я не особо рассчитываю, потому что, ну, редко они выпадают. Ну что, последний набор. И 400 тысяч монет. Ну, монеты, кстати, 400 тысяч, намного лучше, нежели чем некоторые игроки, которые здесь выпадают. Ну что, ребята, спасибо большое каждому из вас за просмотр. Вы самые топчики. Всем вам до скорых встреч и всем вам пока.